Всем привет! Я сейчас учусь ходить на рукавников. Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет о том, как быстро научиться плавать. Чтобы научиться нам правильно плавать, нужно выполнить несколько моментов. А именно, правильно дышать и держаться на воде. Если эти два пункта будут выполнены, то, безусловно, вы научитесь плавать. Сегодня Максим будет купаться. До сегодняшнего дня он у нас не умел плавать, держался на воде буквально несколько секунд. Сегодня я думаю, что он, скорее всего, у нас начнет плавать, потому что он уже сам, у него сильное желание, мотивация плавать. И сегодня, я думаю, у него все получится. Итак, правильное дыхание, медленный вдох, медленный выдох. И держаться на воде. Неважно, на спине это будет, на животе. Главное научиться держаться нам на воде. Первый раз без нарукавников. Скажи, ты боишься? Не-а. Точно? Точно. Справишься? Да. Научишься сегодня плавать? Наверное. Ну давай, сейчас я спущусь, потом ты, давай. Помни про правильное дыхание. Медленный вдох, медленный выдох. На воде не паникуй. Руками в разные на стороны, ногами резко не делай. Расслабься, понял? Как будто ты спишь на мягкой кроватке, понял? Ай, понял. Давай. Ну? Ну а? Я ударился! Держись. Вот, молодец, Максим. Давай, доплывай. Так, здесь где-то метров 6-7. Насекла держится изо всех сил. Я верю в него. Держись на воде. Молодец, молодец. Вот, вот, вот. Молодец. Я знал. Молодец. Ура, я научился плавать! Сейчас мы смотрим, как он плавает без нарукавника. Молодец. Молодец. На спине покажи как. На спине. То есть он держится уже на воде. Достаточно уверенно. Привет, подписчики! Я сейчас собираюсь на горку. Сейчас я буду кататься с горки. Меня там будет папа ждать. Я без рукавников, как вы видите. И еще, кстати, я еле плаваю сейчас. Я устал. Папа думает, что я смогу. Понятно? Спасибо за просмотр! Пока!